Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня, ребятки, будем играть за гламурную Айрис. Продолжается у нас клановая битва, в которой я, к сожалению, вчера почти не участвовал. Но, как вы видите, у нас ребята, в принципе, все равно активны, но кланы, которые против нас, это просто мертвые кланы. И, скорее всего, такое будет продолжаться, наверное, еще пару недель, как минимум. Потом будут чуть-чуть более живые, скорее всего. Ну, понимаете, это ж мы сейчас попали, да, к пятерке мертвых, да? А так-то могут прям шестерки мертвых кланов быть, да? И они, эти шестерки могут и дальше, и дальше, и дальше проходить. И поэтому, по сути, можно постоянно попадать на мертвый клан. Да. Единственный минус это то, что вот все ребята, походу, будут кикнуты, которые не набьют себе там 70 очков, да, киллов за клановую битву. Скорее всего, человек 5-10 мы точно кикнем на этой неделе. Ну, как обычно, в принципе. Поэтому, если что, места будут. Кто хочет, ребятки, можете кидать заявки. Правда, не знаю, кому нужна сейчас будет клановая кампания новая. Потому что в нее рассчитывать на хорошие призы вообще не стоит. Максимум это, что можно получить просто бонусом. В 300, ну, топ-300, если залететь. Но даже ради такого я бы не напрягался. Это просто... ну, мусор есть мусор. Что я могу сказать? Разработчики гении, поэтому все у нас гениально. Также, ребятки, вот сейчас видите картиночку небольшую, да? Это вот то, что опубликовали 2 числа, да, этого месяца, октября. Розыгрыш. Розыгрыш, в котором вам разработчики могут выдать легендарный черный сундук. Легендарный черный, самый крутой сундук в игре, да. Обычный легендарный сундук и легендарный ресурс. Но для этого там, вот видите, ссылочка есть поучаствовать. Если что, это все можно найти в Дискорде. Ссылка на Дискорд разработчиков есть в описании. Там есть канал. Ну, там есть группа каналов Official называется, да, Official. И там есть Зуба и Discord News, да. И вот в этом канале полистайте, найдете себе эту ссылку. Кто хочет, конечно, поучаствовать, можете попробовать поучаствовать. Ну, а так, в принципе, больше разработчики ничего не анонсировали, кроме своих гениальных акций на Джо и всего остального. Ну, вы же понимаете, как же без гениальности. У нас сегодня железная дорога прекрасная. После нее вроде должна быть клан... стандартная карта, но это не точно. Ну, вроде бы должна. Ну, ладно. В общем, мы играем за змею. Сборочку менять не будем. Если кому интересно, вот уровень легендарных предметов. Шестерочки, да? Конечно, на змею надо ставить это. Много чего. Но я же играю соло с рандомами, вы же понимаете. Тут, в принципе, выбора нету. Нужно ставить то, что, типа, помогает побеждать. А мне это помогает побеждать, поэтому я это и ставлю. Вот и все. Но если играть с нормальной командой, конечно, нужно ставить дефибриллятор. Много чего другого. Ну, это опять же, в зависимости от ваших потребностей. Если у вас потребности такие, что не нужно это все ставить, то, в принципе, не нужно. Так, наверное, сейчас у вас немножко будет подлагивать. Я тут забыл бахнуть. Немножко усиление мощности, да, игры Зуба. Ладно, неважно. Будем сейчас врываться противников. За феромоним. Специально феромонил, чтобы накинуть вот на змею, на Рави. Так, нормально. Получилось, в принципе, сойдет. Правда, если бы не мои промахи, я бы бицушек больше подлутал. У меня вроде на змее бицуха есть. Но это не точно. Зафиромонили противника. А видели, кстати, на нем какая-то фигня была, да? То ли щиток, то ли что это было. Кстати, есть небольшой шанс. Я извиняюсь. Что разработчики сделали одну интересную штуку. Которая называется... Сейчас я доубиваю здесь противничков и расскажу. Ну, в общем. Сейчас добьем брюсика. Есть небольшой шанс, что разработчики вот этот патч баланса, который они заанонсили, уже добавили в игру. Есть такой шанс, но еще не включили. То есть вот такое может быть за полсекунды. За полсекунды, понимаете? Ну вот как это? Ну вот как это? Ну что за чудеса? Ой, как бесит эта гениальность этой игры. Как же это бесит. За полсекунды кенгуру просто поднял аптечку. За полсекунды. А, не могу. Просто меня бомбит от этого. Так вот. О чем я там говорил? О том, что... А, это наш енот. Ладно. Тогда ладно. Я говорил о том, что... Возможно, патч-баланс уже готов. Находится в игре. Просто его еще разработчики не завезли. Не включили. Поэтому, возможно, они на следующей неделе включат там в понедельник, во вторник, даже не дожидаясь обновления. Возможно, так. Возможно, все-таки нужно будет ждать обновления. Тут сказать на 100% невозможно, но... Шансы есть. Ну, как всегда, какой-то гений ничего не делает. Короче, 8 киллов. Ну, обидно, конечно, маловато. Тут можно было выходить на 15 спокойно. Ну, вот в каждом бою можно выходить на 15, но какая-то дичь постоянно случается. Обидная. Ну, а что, куда деваться, ребятки? Такова игра. Вначале, кстати, мало подлутал ботов. На самом деле, мог намного больше. Но там вначале киллы прям вообще не хотели идти мне. Все и шли всем другим. Я, конечно, не расстраиваюсь особо сильно. Пофигу. В любом случае, мы победим в этой клановой битве.
А вот в остальных придется напрягаться. Там где? Ну как напрягаться? Ради сундучка чисто. Потому что напрягаться ради компании я не буду, а вот ради сундучка, я думаю, стоит напрячься. Потому что сундучок это все-таки изумрудный. Это все-таки оставить, потом выбить все персонажи, когда они выходят с раннего доступа или когда будет супер акция. Да, вот это вот, когда 4 штуки сразу. Правда, разработчики, жадные гении, не хотят делать одновременно X2 жетоны и X2 монеты. Это же, представь себе, игрокам дать и жетоны, и монеты. Вот это невероятный буст. Просто невероятный буст. Такое нельзя допускать вообще ни разу. Мы же разработчики, гении игры Зуба вообще. Ну, это, наверное, они там думают. Те, кто принимают решение, конечно, о том, что нужно делить вот это вот все. Но все равно я поражаюсь. Это вот представь себе, у них там есть такой вот гений, который сидит и просто убивает игру уже 5 лет. Сначала он сделал из 20 тысяч гемов, которые можно купить в магазине, миллион гемов, которые можно купить, стало можно купить в магазине. Даже 1 200 000 вроде было. Потом этот гений все-таки понял, что все сдохло теперь, вся экономика сдохла из-за его гениальных решений. И решил, наверное, вернуть 200 тысяч. Теперь сделал, да? То есть было 20 тысяч гемов, стало 1 000 000 с чем-то, и потом стало снова назад 200 с чем-то тысяч гемов, да? Вот так вот. Неплохо, да? Неплохо гениальностью пахнет, как говорится, у разработчиков. Гранта мне не досталось, потому что я был далековато. Ну ладно, тут еще одна есть. Тебя она, в принципе, не нужна. Тут, я думаю, добью с копья, да, добил. Так вот, а что вот... Аналогично, да? Давайте я вам приведу тоже пример, чего сделали разработчики гениального еще. Вы же знаете, помните, я уже говорил, наверное, раз 100, Дорога Лап в игре Зуба есть, да? Так вот. Дорога Лап вначале была 5000 гемов, потом 3000 гемов, потом 1000 гемов, потом 300 гемов. И сейчас она 100 гемов, да? Это немножко не сходится с тем, что было с гемами по продаже, да? Как-то немножко не сходится. Вообще на капельку не сошлось, буквально. Очень странно, да, что не сошлось. Действительно, как же так может быть? Ой, как же они бесят, а? Вот такое ощущение, что они прям хотят все поумирать от кого-то другого, но не от меня. Как же ты меня бесишь, черепашка. Как же ты меня бесишь. Эх, все киллы не мне, как всегда. Пойдемте жирафа догоним, попробуем добить. Ну хоть жирафа я добью. Никса надо бы спасти здесь. Точнее, по... Это Брюс с этим, с трубкой, посмотрите. Куда он бежит? Это он от меня бежит или что? Или у него есть план? У Брюса был план, и он его трубка придерживался, да? Смотрите, сейчас Брюса добьет кто-то другой. Проверяйте, просто проверяйте. Нет, мой дробовик все-таки был быстрее. Но баг, вы видите, как он вовремя залетает, да? В нужный момент и в нужное место. Почему этот мой баг только что не воскресил дефибриллятором Брюса? Я не знаю, обычно так все и происходит. Ты его добиваешь противника, потом его воскрешают в последний момент. Гении какие-то, 6 уровня с дефибрилляторами. Да, и потом... Добивает всех этих кто-то другой. Ну, все равно киллов опять где-то около 8 будет. Вряд ли что-то изменится. Хотя вот, может, Никса еще добью. Ну, повезло, добил, добил. Ну, значит, побольше киллов будет. Возможно, даже 9. Но это не точно, потому что эти гении убегают. Мы же гении, мы же должны убежать. Ой, а что такое не убежалось? Какой поворот, а? Ну, посмотрите на этого больного гения, а? И в зону, чтобы сдохнуть от зоны. Делаем ставки. От чего он сдох? От зоны или от моего яда? И еще один гений его пришел спасать. Да что вы издеваетесь, что ли, надо мной, а? Да хорош. Еще один гений пришел спасать. Да вы достали? Ну блин, ну что за текстуры здесь кривые, капец просто. Как же от них бомбит? Куда ты бежишь, гений? Куда? Ну достань, ну! Наконец-то я достал, теперь достану его дробовиком вот этим вот и добью. Фух. А как мои союзники сдохли? От чего? Просто эти игроки на 1000 рейтинга, это жесть. Это просто жесть какая-то. Я не знаю. Смотрится, конечно, жесть. Я просто не хочу никакие другие слова использовать, а то вы знаете, это будет некрасиво немножко. Ну блин. Там как раз другими словами можно описать, а словом жесть тяжело описать. Всю эту боль, что я испытываю. Опять киллов не будет, сейчас эти вот между собой гении подерутся. Ну мы постараемся забрать как можно больше киллов. К сожалению, змея к этому не очень подходит варианту. Тогда бы альпаку запустить, да? Альпака бы им устроил. Вот он бы устроил.
Они бы все поняли очень быстро, что от альпаки не сбежать, что альпака всех унизит и все остальное. Но пока что без этого. Посмотрим, может быть, кто-нибудь из этих двух складов нам составит конкуренцию. Или из верхнего, который справа стоит. Но это пока для нас неизведанная информация. Пока у нас багнутая загрузка пройдет. Пока гении свои смайлики наспавнят, да, вы же понимаете. Но зато сразу понятно, кто там сидит. Сразу, да. Ой, ну как же это все бесит. Эти багнутые загрузки, это вот все. Это гениальность разработчиков, которая просто зашкаливает во всех смыслах. Лук лежит, иди забери. Да пофигу, мы же гении. Мы же гении! Я извиняюсь, ребятки, меня просто бомбануло. Опять. Ну, что? Значит, будем соло играть. Альпака 15-я проблема. Сейчас он меня закинет свой плевок и все. Мне нужно держать здесь дистанцию сейчас. Разорвать с ним дистанцию, что я, в принципе, сделал. И дальше красиво и правильно закидывать урончик. Закидывать урончик красиво и правильно, конечно, не очень получается, потому что здесь дона залетает, которая, конечно, залетела. Ой, как же они не умирают долго. Бак сбежал по итогу. Ну да, умру от других, я же гений. Я же гений на баке. Альпака по итогу вытащил имбой там всем. А нет, да, вытащил все-таки. Все-таки вытащил. И теперь он меня напрягает, и я ему ничего сделать не могу. Надо сейчас менять позицию, пока меня не убили. У меня тут мои выжившие с моего склада пришли. Сейчас там эти два склада будут с собой драться между собой. Ну вот как? Ну вот как они успели меня убить? Ну я же залетел и сразу нажал феромоны. Ну сразу же нажал. Ох, как бомбит. Как бомбит. Ну вот делаешь все правильно. Бац, дичь. Наверное, альпака с бонусным уроном меня добил. Скорее всего, за счет него. Возможно, под гранату залетел. Тоже тут как бы есть такой вариант. Но, блин, так обидно. Вот залетаешь, выбираешь момент этот единственный, который должен быть красиво зайти. Залетаешь, сразу нажимаешь феромоны. Сразу сдох. Гениально. Ладно, то такое, как говорится. Для змеи эта карта не самая лучшая, к сожалению. Плюс, ну, вы видели мой сквад, да? Надо было все-таки мне держаться подальше. Закидывать урончик, гранатку, дробовик, и все было бы хорошо. Ну ладно, что сделано, то сделано. Попытался поиграть более эффективно, получилось какашка по итогу. Наверное, сначала подберем здесь. Добьем его дробовиком. Не добил, проверяйте. Нормально, нормально. Как не бомбит. Ладно, надо держать себя в руках и не гореть. Потому что кто горит, тот Никс прыгнул, чтобы забрать легендарный дроп. Ой, как же они не гений. И Жека теперь убегает, потому что он не гений. Ну хорош убегать, ну ты гений, ну ты задал... Ой, я извиняюсь, ребятки, меня просто бомбит постоянно, что они убегают. Блин, за меня еще и склад не самый слабый, да, попался? Они все киллы еще заберут. Смотрите, сейчас бака кто-то воскресит. Нет, не воскресили, повезло. Но зато склад бака весь убили, у меня только один килл. То есть ботов убили, склад бака убили, а у меня один килл, как был, так и остался. Хоть Брюса вовремя заферомонил, и на том спасибо. Но походу добил его точно не я. Точно не я добил Брюса, к сожалению. Заферомонили, ну, хотел сказать, заферомонили, но на самом деле замедлили просто. Никса, скорее всего, я не догоню. Скорее всего, хотя он ошибается здесь сильно. Ну почему? Почему он... Как у меня горит. Ну почему ты гений? Почему? Почему гений? Я не понимаю. Серьезно? Аптечку лутал? Серьезно? Ой, я не могу. Какие же они гениальные просто. Это жесть. Ты змея впритык к нему, он такой. Ну почему бы не золотечку не золотать, да? Это же гениально. Итого 5 киллов. А мы всех убили. Печалька. Ну что могу сделать, ребятки? Гении разбегаются. Умирают под моими союзниками, но не подо мной. У них цель, понимаете, убежать от меня, сдохнуть от других. Да. Почему-то. Каждый раз одна и та же цель у этих гениев. Непонятно только, почему она всегда одинаковая. Он направо ушел, я только что видел его там, Джоуи. Ну блин, за кенгуру гоняться, это вообще жесть. Они же недогонимые. Ой, животное больное, ну куда, зачем ты убегаешь?
Капец, теперь ждать вот это вот, как, пока зона закончится, пока этот гений... просто у меня слов нету, как у меня бомбит. Как же хочется иногда бинокль носить, как, как шестой слот в каждой битве. О, словился гений наконец-то. Гений, куда ты бежишь? Да куда ты бежишь-то? Ну почему он пытался умереть от моих союзников? Вот почему? Ну вы видели, куда он врывается, а? Ой, я не могу. Каждый раз одна и та же фигня. Вот. Вот. Ух, надо успокоиться. Надо понять, что эти гении, короче, не доконтролить. Сова, ты там кого-то нашел? Сандали святого на сове. Проверяйте, ребят. И убил. Ой. Ну, ладно. Ладно. Сандали святого на сове, понимаю. Даже не кофе, понимаете? Даже не кофе. Хотя кофе на 6 дороги для совы это хороший вариант, потому что... Хотя ему, в принципе, пофиг, это только подвинуть ему даст. Сове так-то это будет не нужно, пока что не нужно. А вот через недельку будет уже... Точнее, как через недельку, ребятки? Уже завтра! У нас сегодня воскресенье, та-дам, та-дам, та-дам. Да, поэтому уже завтра, возможно, разработчики включат баланс. И вы такие все плак-плак сделаете на 7 гениальных персонажах. Хотя вроде кого-то там нормально бустят, типа хамелеона, кажется, да? Я уже не помню, поэтому придется нам, как говорится, это все с нуля опять смотреть. Ну, будем по очереди смотреть на персонажей, оценивая, так сказать, гениальность разработчиков, которая зашкаливает просто. С каждым, вы знаете, с каждым месяцем гениальности все больше и больше, с каждым годом все больше и больше. Не знаю почему, возможно, они решили вообще там тех адекватных изгнать из компании своей по разработке игр. Но при этом они делают всякие там, знаете, другие игры. А чё б не знать, промонить Яру, да? Такие другие игры, которые вроде бы даже неплохо себя показывают. То странно. Очень странно, потому что я прям смотрел там... Ну, это вот знаете, как сделать шаблонную игру, которая ничего не значит, ничего не приносит, ничего не дает. Денег с нее как бы тоже, на мой взгляд, не особо получится, но они это делают. Хотя я знаю такие игры, которые, знаете, как бы это сказать, самые прибыльные в игровой индустрии, мобильные, да? И вот, поверьте, вы бы никогда не сказали, что это самые прибыльные игры в игровой индустрии. Вот просто никогда бы вы этого не сказали. Просто вот настолько там такие игры, что прям сказать по ним невозможно это. Енота добиваем, к счастью. Специально заферомонил, чтобы льва заферомонить. Но почему-то он не заферомонился. Что это за магия львов? Что это магические львы здесь, а? Какой же он уворотливый, посмотрите на него просто, а? Какие увороты у этого льва? А как я только что увернулся от... Ладно, неважно. Он этого хотя бы заферомонил. Но он даже в феромонах меня пытается убить. Жесть просто, надо возвращаться, потому что у меня аптечек нету. Не хочется проигрывать все-таки в бою. Жесть, у кого там были феромоны? О, дробовик. Ух, вы видели, я уже чувствовал, как он поднимает. Я уже прям видел, как его лисьи лапки это все поднимают. Но нет, не сегодня. Сегодня имба буду я, правда? Осталось против нас парочка противников всего лишь. Спасибо за баги. А, там бочка. Там бочка находится, конечно же. Попробуем догнать волка. Догнал, к счастью. Убил даже я. Всего лишь 9 килов, кстати, получилось сделать. А вот если бы у меня был этот дробовик пораньше... Эх, ну не везет на Легенера ботов, что я могу сделать? Такова судьба моей змейки. Хорошей, прекрасной, гламурной змейки Айрис. Генри продолжает искать противников. Мы будем, наверное, где-то вот рядом с ним бегать, потому что он видит... Ага, все, уже не надо бегать. Уже рядом с Генри бегать не надо, мы знаем, где последний противник. И придем сейчас за ним. Ну и где этот гений последний? Ладно, пусть ребята спасают, а я пойду поищу. Хотя шансов... Шансов найти нет, сказала я. Почти сказал, но... На рефлексах выстрелил дробовиком туда, куда мог убежать противник. И... К неудивлению моему, он оказался там. Да. Хотя он мог убежать и вниз, и влево. Влево вряд ли, вниз, скорее всего, он должен был убегать. Вправо-вниз, вниз просто по прямой. Но он стоял справа, чтобы посмотреть, когда умрет... Не знаю, крабик, и прийти его спасти. В общем, не знаю, что там было, но вот как-то так.
Ну что ж, ребятки, на этом моменте будем заканчивать, как-то долго получилось, но вот видите, да, поиграл на змее просто. Пытался поднять рейтинг с 1000 до 1100. 20 минут, рейтинг не поднят. Нормально? Нормально, нормально. В кавычках, конечно. Это при том, что я почти все бои победил, кроме одного. То есть, если бы я тот бой победил, по сути, было бы как раз 1100 рейтинга. Но это ненормально. Это просто ненормально за такое количество времени даже 100 рейтинга не поднимать на этом рейтинге. Зато можно зайти в соло-бои и взять за 2 боя себе 100 рейтинга. Гениально? Разработчики зубы? Не гении. Ни разу, да? Вообще. Ладно, на этом будем заканчивать. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Не болейте, не скучайте. Ждем, как говорится, новой гениальности от разработчиков на следующей неделе. И всем пока-пока.